Первые полторы недели было ощущение пустоты, стало меньше внешних раздражителей. У тебя там нет вариантов. Ты будешь идти до конца, до тех пор, пока команда идет. Тренинг дает возможность взглянуть на себя. Можно очень сильно удивиться, узнав себя на самом деле, кто ты есть. Готовы ли вы принять того, кем вы станете, потому что обратной дороги не будет.